Оздоровительный лагерь – одно из лучших мест для отдыха детей. Но чтобы долгожданные каникулы прошли без неприятных сюрпризов, нужно основательно подготовиться к приезду ребят. Именно поэтому руководитель администрации муниципалитета Алексей Валов и член общественной палаты Щелковского района решили проверить готовность местных лагерей к новому сезону. Первым на очереди стал летний лагерь «Лесная сказка». Здесь комиссии показали устройство палат в корпусах, медпункт и пищеблок. Все соответствует нормам, а это значит, что учреждение полностью готово к приезду юных гостей. Начало первой смены здесь начнется 3 июня. Не оставила комиссия без внимания и лагерь «Юноармеец». Здесь заканчиваются последние приготовления. Территория приведена в порядок, в душевых сделан ремонт, палаты полностью готовы к приезду гостей. Отдельного внимания заслуживает и медпункт. Здесь также имеется все необходимое оборудование. Наведена идеальная чистота, восстановлены какие-то мелкие недоделочки, подобран очень хороший коллектив, создана прекрасная программа работы, подобраны специалисты, я считаю, высшей категории для работы с детьми. Очень ждем детей, не хватает только их. Руководство района и общественная палата положительно оценили готовность лагерей к летнему сезону. Теперь пришло время, чтобы свое впечатление об учреждениях оставили сами ребята. Приглашаем всех детей. Очень хорошее место создали для отдыха и оздоровления детского. Я уверен, что оно уже понравилось и будет нравиться многим поколениям. Огромная благодарность вот руководству и района, и также руководству лагерей, что они в течение этого года сохранили, не ухудшили состояние своих лагерей, наших оздоровительных. Так что детки наши будут, я так надеюсь, отдых у них будет замечательный. Мария Смирнова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».